Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми», меня зовут Евгений Гуляев. Ну что ж, пришло время пообщаться с вами. Поехали! Сколько человек проживает в Пермском крае? 1 020 000. Примерно? Да, где-то или 60, я не помню. Во всем Пермском крае? Да. Примерно. 800 где-то. Ну, больше. 800 тысяч. Тысяч. Не знаю, наверное, миллион. Он. Да, где-то 2 миллионник. 2 миллиона. Все. В Пермском крае в целом. А, в Пермском крае? 6 миллионов, может. 1,5 миллиона. Больше полутора. Больше 1,5 миллиона. 3 миллиона. Чуть-чуть туда-сюда. 3 миллиона. Ну, около 2 миллионов. Больше, меньше? Ну, меньше, скорее. Порядка 2 миллионов, может быть, больше. Сколько звезд в Солнечной системе? Миллиарды. На планет 8 звезд, не знаю. В Солнечной системе? 11. Так, Солнце, Марс, Нептун, Юпитер, Плутон. Орди 7, я не помню точно. 7 звезд. Ну, допустим. Одна. Как это называется? Солнце. А, одна. Да. Солнце. Как зовут? Солнце. Солнце. Одна. Как зовут ее? Солнце. Одна. Как называется? Так Солнце. Логично. Что такое бормотуха? Много говорят, может быть. Когда много говорят? А, человек, который... Человек, который очень много говорит. Бормотай что-нибудь. Выпивка. Алкогольный напиток какой-то. Некачественный. Это такая, мне кажется, своего рода сивушная спиртовая настойка. Спирша? Чистый? Нет, разведенный с чем-то. Разведенный? Да. Не пробовали с ним? А, нет. Я вообще первый раз слышу бормотуху. Ну, в смысле, значит, слабый алкогольный либо крепкий, ну, блин. Ну, разведенный спирт. Вот ответ, не знаю. Ну, но насколько не... слабый, не сильный, не знаю. Ну, это не из собственного опыта, знаешь. Нет, ну, мне папа говорил. Скорее всего, слабоалкогольный напиток, который настаивался на меду, а может быть, на том, что было у крестьян в ходу, которые, собственно, и пили этот напиток. Бормотуха. Желание есть, денег немного. Единственный способ успокоить свою душу. Ну, типа какого-нибудь самого дрянного портвейна. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.